смотрите, я заплатил, кстати, 2 бакса за час. Я на самой набережной. И это Тихий океан. Блин, это я, чтоб я сам себе поверил, что это я. Сейчас. Это просто как в кино. Тут бегают эти... В общем, разные качки, а вон там занимаются. Смотрите, вон эти вышки. Сейчас, естественно, идем туда. Сейчас будем встречать спасателей Малибу. Спасательниц, может, Малибу. Поглядите, куда я добрался. Их не самый популярный пляж. Как классно. Я, естественно, подготовился. Сейчас пойду помочу ноги в Тихом океане. Я уже подозреваю, что вода будет не горячая. Охо, да, забыл сказать, сегодня Рождество. Вы это увидите позже, всех с прошедшим праздником. Но не забывайте, что сегодня Рождество, 7 января. Вот такая погода тут 7 января. Ребят, вот правда, собрался уходить. Думаю, все. А потом подумал, а когда я еще вернусь? Ну и что, что 7 января? Я ж на крещение купался, поэтому... Решение принято, вещи сброшены. Пойду открою сезон в 2018 году. В трусах. Там увидел, что есть душик дальше. То есть можно будет переодеться. Вода, кто спросит, горячая или нет? Нет, не горячая. Но гораздо теплее, чем на крещение. И плюс это Тихий океан. Я просто не могу себе отказать в удовольствии хотя бы нырнуть разочек. Я тут единственный человек без костюма, наверное, который заходит в воду. Камеру сейчас возьму покрепче, чтобы не выронить, а то судорога еще сведет, блин. А! Встречает, блин, Тихоокеанская. Ого, и как я туда буду заходить? Черт, вы видели волны какие? Как мне туда пробраться? О, нет. Блин, ну не жарко, я вам скажу. Надо хотя бы разочек нырять, дотекать отсюда. Вот после этой волны. Блин, раз на нее все серфингисты идут, скорее всего, это хорошая волна. Блин, они так не закончатся, что ли? Я уже, кстати, начинаю подмерзать. Смотрите. Ну, блин, опять волна. Раз, поплыву как серфингист, только без серфинга. Все. Дело сделано, сезон открыт. Серфингист без серфинга. Ребят, ну что, сезон 2018 года открыт. Пляж Санта-Моника. Лос-Анджелес, Калифорния. Здесь он душ. Можно спокойно обмыться, переодеться. Теми, собственно, сейчас я буду заниматься.